Короче говоря, хороший день. Это моя комната, это кошка, которая лежит на кровати. Все правильно, мы с Сережей пьем чай. Вообще сегодня был хороший день. С самого утра мне явно везло. Среди всех пакетиков чая мне наконец-таки попался зеленый. Под подушкой я нашел 11-й айфон. У меня получилось достроить дженгу. А еще ко мне пришел мой лучший друг. Единственное, что мне не нравилось, это то, что он забрал мой пакетик с зеленым чаем. Ну а то, что он разрушил дженгу и разбил 11-й айфон, я даже не заметил. После чая нам вообще нечем было заняться. Я предложил Сереге вырезать снежинки. Сережа согласился, и мы начали вырезать. Спустя 10 минут Сережа вырезал красивую снежинку, а у меня ничего не получалось. Этот день стал портиться. Эх, а началось все так хорошо. Я решил проверить, во всем ли Сережа круче меня. Сначала крестики-нолики. Сергей очень бодро наступал. Я отбивался, но он сделал свой коронный захват и выиграл меня. Потом я предложил Сереге поиграть в футбол. Он забил меня на первых минутах. Серега раздавал автографы болельщикам. То, что Сережа общался с игрушками, меня даже не смутило. Я предложил ему поменяться воротами. Он согласился. Я со всей силы пнул мяч. Он отбил его. Хорошо, что не в мои ворота, но мяч отскочил от стенки, потом от оператора, от пакетиков с чаем, от меня, залетел в ворота. Серега сказал, что это автогол. Я был зол, я проклинал этот чай. Неужели Серега настолько везучий? Я решил проверить его другими способами. Первый способ был задержка дыхания. Он выиграл. Второй способ был скоростное поедание яблок. Серега опять победил. Да как? Я поспорил с ним и сказал, что он нарушил правила. Сережа сказал нет. Даже в спорах он выигрывает. Ну, у везучести должна быть концовка. Начали играть в карты. Делали маленькие ставки. Я поставил рубль. Серега 5 рублей. Я поставил телефон и зарядку. Серега поставил чайник. Я поставил свою квартиру. Блин, проиграл. А все потому, что у меня мат. А Сережа поставил ножницы. И вот я уже стою с вещами на улице и думаю, как отыграть квартиру. Короче говоря, хороший день. Ну а если тебе понравился этот видеоролик, то не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал. Скинь это видео другу, и он будет должен тебе сотку. Всем спасибо за просмотр, всем пока.